Говорят, что когда человек учит текст, к нему нельзя подходить. Но, видимо, текст не очень смешной, потому что он поставил перед собой пакет, как в самолете, такой большой белый. Сергей, можно к вам подойти? У нас есть только один серьезный вопрос к вам. Правда, что вот звезды, которых приглашают играть в КВН, зарабатывают сумасшедшие деньги? Вы можете сказать, какой у вас гонорар? Просто у меня у ребенка в детском саду тоже будет развлечение. Так. И вот пригласить бы кого-то, вот я думаю, что у вас. В детский сад? Ну да, у них там команда такая небольшая тоже. Знаешь, самая страшная работа всегда для киношников, телевизионщиков, с животными и детьми. Так что гонорар будет удвоенный. Ну, с детьми еще ладно, а с животными я понял намек. Спасибо. Спасибо, Сергей.